В Атырау на базе Университета нефти и газа имени Софии Утебаева состоялось открытие Центра развития и коммуникации имени выдающегося нефтяника и видного государственного деятеля Нурлана Балгимбаева. Современный центр оснащен новейшими технологическими разработками. В нем будут обучаться студенты нефтегазовой отрасли. Центр открыт для всех, кто видит свое будущее нефтяной и газовой промышленности. Площадь трехэтажного здания – 4000 квадратных метров. Здесь имеется виртуальная библиотека, лингофонный и читальный залы, что позволит студентам получать доступ в библиотеке лучших университетов мира. Это благотворительный проект. Центр основали дети Нурлана Утеповича для повышения квалификации студентов и всех заинтересованных лиц именно в области, в нефтегазовой сфере. Центр построен по последним новейшим технологиям в области IT, коммуникации. В центре студенты смогут развить навыки бурения, добычи и переработки нефти на виртуальных тренажерах. Полученные ими знания со временем воплотятся в конкретные инициативы и будут способствовать дальнейшему развитию нефтегазового комплекса, говорят организаторы. В будущем мы планируем привлечь талантливых отечественных и иностранных ученых и профессоров к обучению нашей молодежи. Я уверен, что полученные знания и опыт помогут студентам в разработке проектов, направленных на дальнейшее развитие нефтяной и газовой промышленности. Главным украшением центра стал интерактивный музей с экспозицией, охватывающей историю нефтедобычи Казахстана. Здесь же размещена информация о знаменитых нефтяниках и трудовых династиях нефтедобывающих предприятий. Гульмира Сутубаева, Аматай Матенов, Атырау, Хабар 24.